Воспитанники Фокинской детской школы искусств на базе летней оздоровительной площадки провели благотворительный концерт. На нем ребята собирали помощь животным из приютов. Дети играли мелодии и пели песни про дружбу человека и его питомца. Гости концерта приходили не с пустыми руками. Ребята приносили корма для животных, игрушки и другую помощь для питомцев, а также рисунки и яркие плакаты. На концерте всех гостей познакомились с животными через фотопрезентацию. Под музыку педагог рассказывала о четвероногих друзьях зрителям. Такая акция учит детей с самого раннего возраста бережно относиться к братьям нашим меньшим. Ведь именно в детстве закладывается фундамент будущего взрослого человека. Все полученные вещи передадут в местный фонд защиты животных. И такие посылки обязательно дойдут до адресата.